Во Владивостоке по поручению губернатора Олега Кожемяка на территории ботанического сада института завершается реконструкция экологической тропы. Работы проводят на средства гранта. Мы придерживаемся проекта, который был в 79 году. Взяли за основу его. Ширина тропы 3,2 метра. Протяженность этого участка, который ремонтируется, 1,7 километра. Дальнейшая перспектива развития до 9 километров дороги специализированной, ну, экологической тропы, которая с твердым покрытием. Плюс отдельные участки тропинок с естественным покрытием, улучшенным протяженностью до 9 километров. Это перспектива, которая на будущее. Помимо асфальтирования, работы предусматривают установку лавочек, создание зон отдыха, учебного класса под открытым небом и системы навигации. При реконструкции учли последствия прошлогодних тайфунов. Восстановили эту тропу, восстановили геометрию тропы. На данный момент у нас идет укладка твердого покрытия тропы. Да? И кроме того, очень большое внимание уделили, как сказать, гидротехническим сооружениям, то есть сливам воды. И устройству полотна таким образом, чтобы это полотно не формировало поток, сбрасывало этот поток в сторону леса, и он как бы распределялся и уходил, не нанося ущерба. Завершить реконструкцию тропы планируют до конца сентября. На время проведения работ некоторые участки тропы, где идет ремонт, могут быть ограничены для посещения. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.